Государственное учреждение физкультурно-спортивный клуб Солигорского района является домом здоровья и спорта. Ежегодно ФСК организует занятия по различным видам спорта для детей и взрослых. Неотъемлемой частью работы ФСК является организация проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди жителей Солигорского района, многие из которых уже давно стали традицией и привлекают с каждым годом все больше участников и зрителей. Так, в списке самых популярных и массовых оказались такие мероприятия, как турнир по гиревому спорту имени святого Феодора Ушакова. Проект реализуется совместно с Православной Церковью, и во время его проведения участников и гостей всегда ждут интерактивные площадки и интересные конкурсы для взрослых и детей. Еще один проект, укрепляющий традиционные семейные ценности, это конкурс «Мама-папа, я спортивная семья», который всегда проходит весело и позволяет семьям Солигорска разнообразить свой досуг. А ежегодный конкурс «Наши мамы, спортивные дамы» собирает самых активных и прекрасных представительниц различных предприятий. Весенне-летний период физкультурно-спортивный клуб Солигорского района проводит велопробеги и забеги. Так, один из самых массовых проводится накануне Дня независимости Республики Беларусь. Численность участников ежегодно превышает 300 человек. Участвуют все предприятия и организации района. Чтят память погибших во время Великой Отечественной войны, а также тех, кто выполнял свой долг в Чернобыле, проводя забеги и велопробеги на тропе здоровья. Визитной спортивной карточкой в день рождения Солигорска является спортивный забег «Шахтер Ран», участники которого преодолевают несколько дистанций. Очень популярным и самым массовым уже неоднократно становился семейный забег. Мероприятие собирает не только жителей нашего региона, но и привлекает гостей из других городов и даже областей. Туристские слеты, спартакиады работников агропромышленного комплекса, работников педагогической отрасли – все это также неотъемлемая часть работы, которую проводит ФСК. Не остаются без внимания и ветераны спорта, и инвалиды, проживающие в районе. Для них физкультурно-спортивный клуб также постоянно организует и проводит спортивные состязания и мероприятия, позволяющие не только проверить свои силы на спортивных площадках, но и пообщаться друг с другом. В этом году дан старт еще одному мероприятию, которое также решено сделать традиционным. Солигорская лыжня дебютировала весело и с размахом, собрав представителей разных поколений, более сотни человек, желающих и в зимнее время проводить жизнь активно. Спорт в массы – таков девиз ФСК, и он действительно работает. С каждым годом население нашего района все активнее включается в спорт и предпочитает здоровый образ жизни. Присоединяйтесь, будет очень интересно, весело и активно.